Сегодня в Белгороде стартует второй чемпионат Центрального федерального округа по воздухоплавательному спорту. Как и в прошлом году, на соревнования собрались воздухоплаватели из различных регионов России. Этот чемпионат включен в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Сегодня на брифинге пилоты-участники получили первый инструктаж. Полеты планируется начать над Белгородским водохранилищем. Точный маршрут составляется за 2 часа до вылета. По словам организаторов, все зависит от погодных условий и направления ветра. Нашу область на чемпионате представят пилоты Игорь Поликаренко и Игорь Ходырев. Их готовил спортивный директор чемпионата Евгений Чубаров. В рамках программы спортивных соревнований допускается 2 полета в день, ранним утром и вечером до заката. Завершающий состоится 6 августа. На сегодняшнее время зарегистрировано 14 тепловых аэростатов, команд, которые будут участвовать. Нам, в общем-то, приятно, что в прошлом году у нас было 10 команд. Сейчас этот состав участников расширяется. Вот. Я думаю, что в следующем году не будем загадывать, да, но я думаю, что это не финальный итог количества команд, которые принимают гостеприимно белгородская земля. А уже 7 августа свою работу начнет 3-й межрегиональный патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья». Организатором, как и раньше, выступит Управление физической культуры и спорта Белгородской области совместно с Региональной федерацией воздухоплавания Белогорья. Место фестиваля традиционное. Им станет территория Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». В день города 5 августа Федерация готовит сюрприз для всех жителей Белгорода с участием аэростатов. В организации проведения этих двух масштабных мероприятий будет задействовано более 1000 человек.